Всем привет, с вами Заза. Продолжаем играть в GTA Liberty Stories. Как видите, я пытался пройти эту миссию, которая называется Counterfeit Count. Очень простая миссия, на которой я ухитрился сфейлиться и даже сдохнуть. Поэтому мы начинаем заново, без всего. Поэтому нам придется заранее заехать за оружием к нашему сейфхаусу. Либо же куда-нибудь еще. Но вроде бы магазинов нормальных мы не встретим, поэтому нам проще заехать к сейфхаусу. Так. Нам нужен транспорт. Транспорт. Нормально какой-нибудь. Мотоцикл сойдет вполне. Будем возвращаться. Оп-пом-пом. Да, слиться было на этой миссии просто гениально. Как это произошло? В очередной обмен. А, давайте вначале расскажу тут миссии. Мы же едем за Белла Дуэном, то есть за фургонщиком. Ждем, пока произойдет обмен. Как только обмен происходит, мы должны убить клиента и забрать нужные нам бумаги. Но в тот момент, когда клиент бежал в свой автомобиль, я мастерски начал стрелять по нему. Естественно, сделал так, что автомобиль взорвался. Правда, стоял настолько близко, что взорвался я тоже. Не успев слезть с мотоцикла. И все, и изи слив. Так, давайте подберем немножко оружие. И можно ехать. Но, с другой стороны, играть не сливаясь и сохраняясь после каждой миссии, это неинтересно. Вот теперь у нас нет 3000 патронов, у нас есть их всего 120. И мы будем собирать их заново. Wait until the courier makes... При этом я, кстати, первый обмен еще и хитрился профукать. В этот раз мы будем немного повнимательнее. И сделаем все быстро. Оп. Едем дальше. Не помню, можно ли к нему близко подъезжать, но я не хочу рисковать. Следующий обмен происходит буквально на повороте. Поворот налево у нас будет. Так что надо быть внимательным, потому что машина стоит не очень удобно. И мы попробуем вначале объехать. Вот так вот, да. Подождем нашего друга. Блин, копы. Отлично. Простите. Пакет. Надо взять пакет и свалить отсюда. Вот это мне повезло. Фух, я был близок к тому, чтобы слить миссию еще раз. У нас есть два пакета. И мы едем, так понимаю, за третьим. Да, я уже вижу машину. Надеюсь, никакие копы меня сейчас не потревожат. Окей, я понял. Так, что ж вы такие? А, успеть? А, мы не успели. А теперь будет еще веселее, ну что ж. Поехали. Оху! Долбаные полицейские. Да взрывайся же ты. Он еще и выжил. А! Пакет. Да, миссия пройдена. Хотя было написано то, что происходит следующий обмен. Я так понимаю, нам надо успеть урвать 3 из 4. И у нас есть одно право на ошибку. Мы его не сделали, однако были близки к тому, чтобы слить. Но миссия пройдена, у нас осталось 40 патронов. Миссии за Дональда потрачены, если можно так сказать. И сейчас я буду проходить миссию за церковь. Ну, как сейчас, следующий ролик, это будет миссия за церковь.
Их будет штук 5, наверное. И на этом у нас все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. А с вами был я, Заза. Всем удачи и пока.